Ребятушки мои, привет! Сегодня у нас опять Лагу ди Комо. Ну, я хотела просто вернуться к братьям Камазинам, к этим маэстрам Камачины, эти маэстры, вот. Ну, и там еще одна вилла такая известная, она даже известнее, чем вот эта вилла Карлотта, Вилла Бальбианелло, которую вообще не пускают, которую вообще не пускают вовнутрь. И там можно только в парке, да, вот, снимать. Но, к сожалению, мы сейчас отъезжаем от озера. И, значит, так как очень опять жарко, я предложила, значит, одному из моих помощников съездить, который помощник по субботе. Вот. Сейчас я вам пока немножко поснимаю туннели, потому что я думала, что я вам сейчас сниму озеро с высоты, но сейчас мы отъехали там. Ну, так как я не могу не снимать, то я снимаю сейчас это. Он говорит, что мы от озера отъехали. Вот как только мы к озеру подъедем, я другой телефон возьму и включу музыку. Там, значит, после вчерашнего есть много чего обсуждать. Там много нюансов, я должна вам сказать насчет видео. Вот, но это все я скажу. Смотрите, как мы по кругу едем, да? Посмотрите, какие туннели, да? И представьте, вот это туннели, они тоже около озера, считай. С другой стороны, вот далеко. Там одна сторона, да, то есть туннели идут по всей территории. Около озер, в глубине озер. Так, мне еще сказали, что в Гроссетто там что-то есть. Видите, вот сейчас спускаемся, когда я вам говорю, что все волны. Вот, и вот посмотрите, с какой высоты мы сейчас будем спускаться. Посмотрите. Видите, да? Я вот в тот раз хотела вам это заснять, не знаю почему. Но вот это именно вот здесь, вот так высоко идет автострада. Что я провела эксперименты, включила видео вот с этой вот с самыми жуткими звуками дома. Хотела посмотреть на реакцию животных. Так вот, Милли, ее вырвало, ребятушки. Кстати, ее никогда в жизни не рвало. Но ее вырвало. Но у нее там свои, это она, у Милли сейчас у нас течка. Вот. И она сейчас слаба. Самое слабое животное, считай, сейчас, на данный момент. Вот, и поэтому ее вырвало, ребятушки, вот так вот. Не знаю, моя мама говорит, что ребятушки ее просто раздражают, дальше некуда. Скажите, как вам это, моя ребятушка? Жалко это... Грязное окно, опять с разводами. Вот сейчас у нас канал Орек. Смотрите, какой мост тоже, да? Это у нас канал Орек, тут тоже эти стены идут. Все наше, все наше. А вот уже Чернобыль здесь. Чернобио, там, где собираются все эти, типа, бильдельбергские клубы. Вот.
Там есть Вилла Десте, вот где они собираются. Вот я хотела все там ее снять, но как бы она там считается отелем. Я так думаю, что меня туда не... Во всяком случае, с видеокамерами я там больше не пустят. Все равно музыка не функционировала, зато увидим туннели. Поперечные постоянно ответвления. Смотрите, какой длинный туннель, да? Мольтразе. Вот уже у нас озерцо. Озерцо пошел. Вот. Видите? Сейчас мы очень высоко едем. Стараюсь не говорить, я выпила, конечно, таблетку, ребятушки, но вообще голова раскалывается. Вот такой, такой вчера у меня был кардебалет, блин. Грибы, грибы. Что там какая-то? Увидела, что это Мольтразе. Мольтразе там. Классно это. Такой отель типа или что-то. И там такой огромные зиккуратные стены вниз прям в озеро спускаются. Опять будет свет хороший, ребятушки. Уже вижу.
помню, когда начала тогда снимать, но вот это я точно не снимала, потому что я все смотрела, смотрела, сейчас начну. Вообще, надо долго еще ехать-то. Посмотрите, на какой мы высоте сейчас едем. А сейчас будем опускаться. Вот это вот, я когда я говорю, что все стены идут волнами. Вот сейчас мы едем на такой высоте, да? А в итоге сейчас постепенно будем спускаться. Вот. Цикадики. Церкви. А, это у нас монументали, кладбище. О, посмотрите, как мы высоко. Просто. А там прям вилла, посмотрите. Прям вилла в озере. Напротив нас. Прям в озере. Сейчас покажу вам. Видите, там напротив, там, на другом берегу. Подождите сейчас. Видите? На другом берегу вилла, она прям в озере стоит. Если открывать, то это это надо я потом посмотрю. Non le sta bene. Видите, мы резко опустились. Смотрите, мы уже почти, видите, около озера. Сейчас еще чуть-чуть опустимся и будем по кромке ехать. Ой, какая же это вибрация опять, да, блики эти солнечные, да? Провисто, к чарафило. Какому? Да, на чарафило. Если вам партите у меня дзорапило просто. Just...
спускаемся. Сейчас будем около кромки озера. Здесь, по-моему, я уже туда начала снимать. Да, Лальо Бренно. Такие вообще названия никогда не слышала, кстати. Там канал рек. Кстати, какие глыбы тут. Арочки у нас по диагонали всегда разных размеров. Вот здесь я уже снимала, я помню. Ну ладно, я сейчас тогда немножко отдохну. Да-да, видите, как мы уже спустились. Деревья мешают озеро снимать. Ну, ладно, мы еще снимаем озеро сегодня. Ладно, я пока закончу. Вот. Церковь какая-то, да, видите? Да, видим. Угу. Видим строительные материалы, блин. Идет туда, вот как вверх и еще и волной. Вот, и там еще наверху, туда тоже. Ну ладно, здесь я уже туннель снимала. Вот видите, здесь вообще идем трубой, да? По кругу, видите? Пока я отдохну, пока.